Привет! Сегодня я дам тебе несколько рекомендаций о том, как побыстрее встать на гироскутер и научиться на нем кататься. Гироскутер довольно опасная штука, поэтому, вставая на него в первый раз, заручись поддержкой взрослых. Пускай кто-нибудь держит тебя за руку и старается стоять как можно дальше, чтобы гироскутер случайно не наехал на ноги. Обязательно надень шлем. Так, вернемся к практическим занятиям. Для того, чтобы встать на гироскутер, тебе нужно одну ногу поставить максимально на край площадки и слегка упереть ее в крыло колеса. Затем сразу же точно так же поставить вторую ногу на противоположную площадку. И сразу же старайтесь поймать равновесие. Держите тело прямо, не наклоняйтесь. И давите стопами ног равномерно по всей подошве. Таким образом вы поймаете баланс и гироскутер будет стоять на месте. Потренируйте несколько раз технику захода на гироскутер перед тем, как начинать движение. Встать на гироскутер и поймать баланс – это самое сложное. Если вы это освоите, дальше трудностей не возникнет. Для того, чтобы находиться в балансе, мы помним, что нужно давить на площадке полной стопой. Для того, чтобы начать движение вперед, нужно перенести вес тела на носки. Для того, чтобы начать движение назад, нужно перенести свой вес тела на пятки. Для того, чтобы сделать разворот налево, переносим вес тела на носок правой ноги. Чтобы сделать разворот вправо, переносим вес тела на носок левой ноги. Эти элементы движения нужно освоить первыми и уже потом переходить к более сложным движениям. На этом стоит заострить внимание и начать тренироваться. Чтобы освоить эти движения, понадобится совсем немного времени. Например, моя младшая сестра освоила эту технику за несколько дней и уже катается больше года, а ей всего лишь 4,5 года. Скоро лето, можно будет кататься на улице. На гироскутере можно делать много разных движений. Например, восьмерочку, зигзаги, резкие повороты и кружения. Учитесь, тренируйтесь и получайте удовольствие от процесса. Я желаю всем успеха и пока!